Фуджу, так она выглядит. Привет, друзья, с вами снова я, Эльзат Малик, и это очередной выпуск «По ушам». Сегодня мы приготовим легкий салат из соевой спаржи. Соевая спаржа, а также фуджу, так написано на упаковке, можно найти в интернет-магазинах, либо в каких-то китайских или тайских магазинах со специями. Значит, сам способ приготовления именно соевой спаржи заключается в том, что вы должны предварительно замочить в холодную воду буквально на 6-8 часов. И только после этого вы можете приступать к непосредственно самому приготовлению салата. Давайте быстренько пробежимся по ингредиентам. Я взял одну морковь, также полугорький перец, самый любимый дуэт – это чеснок и имбирь. И, конечно же, я предварительно, как говорил, замочил в холодной воде спаржу. Так она выглядит. Нарезка, в принципе, здесь не имеет никакого значения. Значит, что касается продуктов, здесь нам все понятно, они довольно-таки примитивны. То вот по соевым соусам, здесь, конечно же, есть какие-то вопросы, да. Не во всех магазинах, не во всех супермаркетах это продается, поэтому я заранее уже предвидел ситуацию, как это было с лапшой, которую мы готовили, с кансуй павдером. Кстати, кто не успел посмотреть ролик про лапшу, ссылочка будет вот здесь, подсказочка точнее. Переходите, смотрите. Чтобы не было вопросов, а где отыскать, где найти, я уже заранее подготовил все ссылочки. У меня под видео в описании будут все ссылочки на интернет-магазин. Это не реклама, я просто постарался для вас сделать вам немножечко приятно, чтобы вы не заморачивались, просто переходили по ссылкам, смотрели, что-то приблизительно похожее можете отыскать. Поэтому надеюсь, вы это оцените и поставите лайк. Окей, давайте быстренько расскажу, что у нас здесь имеется. Это соевый соус. Знаете, у меня здесь соевый соус, он такой более концентрированный. Желательно достать просто обычный корейский соевый соус, который подают к суши и так далее, да? Для заправок салата он подойдет идеально. Здесь у нас рисовый уксус темный, а также кунжутное масло и черный перец молотый обычный. Это масло сычуанского перца. Его не обязательно добавлять в этот салат, просто я любитель сычуанского перца, да, поэтому я по своему желанию хотел добавить в этот салат. А так, вообще не заморачивайтесь, его можно не использовать, так что уберем стороночку. Вы можете взять паприку, я в данном случае использую молотый острый перец, так как я любитель острых ощущений, скажем так. Соль и сахар. Ну и, конечно же, зеленый лук, правда, в оригинале используется кинза, но так как у меня в данный момент нет кинзы, я решил использовать зеленый лук. Ну, в принципе, друзья, начнем. Так, значит, нам понадобится терка. Если терки нету, можно нарезать все вручную, сделать слайсы и потом сделать нарезочку, да, соломой. В данном случае у меня есть терка, поэтому я воспользуюсь ей. Здесь не принципиально, чтобы морковь у вас была длинная, да, просто произвольно натираете. Теперь нарежем перец приблизительно по размеру фуджу соевой спаржи. В моем понимании, на мой взгляд, когда мы соединим все продукты, я хочу, чтобы в моей тарелке была красота. Давайте нарежем имбирь и также чеснок. Не нужно там чистить вот так чеснок, да? Просто положили, придавили и все. У нас задача стоит превратить чеснок и имбирь, если грубо выражаться, в кашу. Давайте теперь сделаем заправку, чтобы не было у вас вопросов. Я там где-то соус перелил, уксуса не долил, да? Поэтому мы отмерим все столовыми ложками, и вам будет понятно все. И я думаю, не останется никаких вопросов. Значит, мы берем рисовый уксус. Темный, 2 столовые ложки, добавляем ложку кунжутного масла, соевый соус, 1 ложка и чайная ложка микса из чеснока с имбирем, сахар, чайная ложка с горкой, также соль, приблизительно 1 чайная ложка. Пол ложки красного острого перца. Ну и на кончике ножа можно взять черный перец.
Ну и все, друзья, давайте соберем салат. Зеленый перец. Что мне хочется порекомендовать от себя? Фуджу сам по себе продукт безвкусный. Я настоятельно рекомендую, чтобы заранее посолили, присолили. Я уже заранее это все сделал, поэтому просто выкладываю. Добавляю зеленый лук. Ну и, конечно же, наша заправка. Теперь аккуратно это все размешаем. Друзья, если вам понравился этот выпуск, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать еженедельные выпуски о моем кулинарном блоге. С вами был я, Эльзат Малик, и до скорой встречи!